Как создаются копии шедевров? Студенты Московской академии акварели изящных искусств проходят практику в Серпуховском историко-художественном музее. Изучать секреты живописи и перенимать опыт предыдущих поколений будущие художники будут в течение 3 недель. Продолжение темы далее. Глубокий взгляд из прошлого, сложность штрихов, изысканность до мелочей. Студентка Академии акварели изящных искусств Полина Шмонина пробует повторить портрет главнокомандующего войск Франции. Признается, когда увидела работу Анри Каскана, поняла, копировать будет именно эту картину. Портрет, он такой по духу, наверное, мне соответствует. Он такой возвышенный, очень точно сделанный, гладкий. И вот я хотела именно, когда в обучении, в практике, вот попробовать добиться вот этого же эффекта объема, но гладким способом, и передать вот точность мелких деталей. Татьяна Арефьева рисовать любит с детства. Поступать в Академию акварели изящных искусств решила еще в школе. Попытаться увидеть красоту окружающего нас мира. Не знаю, но мне просто нравится рисовать. Когда я рисую, я не думаю ни о чем, кроме рисования. Ничего вокруг не существует. Проходить практику в Серпуховском историко-художественном музее студенты будут в течение 3 недель в рамках договора с Московской академией акварели изящных искусств. Мы давно сотрудничаем с академией самой. Были выставки как самого Сергея Андреяки, так и преподавателей. Конечно, они приезжают в наш музей, видят красоту, богатство музея. Практика студентов в музее проходит впервые. Преподаватель Московской академии акварели изящных искусств Сергей Труханов уверяет, Серпухов для обучения будущих художников был выбран не случайно. Серпуховский музей не зря же называют «малой Третьяковкой». Здесь действительно очень удачная, можно сказать, отличная и восхитительная коллекция картин. И когда возник вопрос о том, где проводить копийную практику, то выпал именно выбор на Серпуховский музей, помимо того, что копийная практика – это очень красивый город, где можно проводить красивый пленэр. Посетители Серпуховского историко-художественного музея могут понаблюдать за тем, как создаются копии шедевров студентами Академии акварели изящных искусств в течение 3 недель в среду, четверг, пятницу и воскресенье с 10:30 до 16:30.